получается реактор в виде цилиндрической трубы. Уже не в первый раз в КФУ прибыла делегация компании «Ритек». Напомним, в ходе первого визита представители организации заинтересовались уникальной разработкой ученых КФУ для определения направления распространения фронта горения. Для гостей провели экскурсию по лабораториям Химического института имени Бутлерова, показали лаборатории термического анализа и внутрипластовой обработки нефти. Стоит отметить, что в некоторых из них в настоящий момент ведутся исследования, в том числе и по запросу компании «Ритек». В завершении встречи сотрудники Казанского федерального и компания «Ритек» обсудили дальнейшие планы работы по ряду совместных проектов. Анастасия Иванова, Леонард Влетьяров, Универньюз.